Голем – чудовище в играх Ведьмак. Описание. Голем – огромное создание из камня или глины, оживленное при помощи магии. Лишенный личной свободы воли, все его действия направлены на выполнение воли своего создателя. Как правило, голем служит в качестве охранника мага или какого-то места. Голем часто выглядит как неуклюжая, безликая фигура из глины или камня. Голем – кусок грубо отесанного камня, одушевленный силой магии через его обсидиановое сердце, которое помещается создателем этого создания, внутри грудной клетки голема. Маги, создающие големов, редко обладают талантом скульптора, они мало заботятся о эстетической стороне и полностью сосредотачиваются на функциональности. Эти существа должны работать и защищать своего хозяина и его имущество. И големы выполняют эти задачи, особенно последнюю, просто превосходно, с безжалостной эффективностью. Голема может остановить его создатель. Чаще всего големы приводятся в движение посредством молний, поэтому сильный электрический шок может также его остановить и даже уничтожить. Полезный совет. Голема можно убить с помощью трех обелисков, активируя их, из-за чего по голему будет бить разряд молнии. Однако, есть и другой способ. Голема можно просто зарезать, выпив несколько эликсиров и используя стальной меч и применяя знак Игни. Запись в бестиарии. Один рассеянный маг создал голема, оживив его при помощи грома Альзура и приказал натаскать воды. Сам же маг с головой погрузился в свои научные книги. Голем безостановочно носил воду, пока не только дом мага, но и весь город не оказался затопленным. Как видите, мои юные адепты магии, неверное применение орудий труда и отсутствие элементарной подготовки могут привести к трагедии. Аннабель Радфинт, лекции по технике безопасности магии. Дополнительно. На болотах, в карьере с обелисками, кроме центрального, в грязи виднеются очертания и других, глиняных големов, но они, похоже, больше уже никогда не смогут выполнять свои функции и задачи. Во второй части компьютерной саги, Геральт встретит две разновидности голема, названные элемент Алями, элементаль земли, младший брат, Дао, и элементаль огня, младший брат, Ифрита. По сути, элементали – это младшие гении, заточенные в оболочку из камня или глины.